Компьютер. Да, приветствую сердечно, приветствую вас, дорогие друзья, дорогие девочки, такие все стройные, такие обаятельные, сколько света излучаете, да. Вот мой друг Ноябрь Бейбутов, академик технологических наук и поэт, он сказал, что если человек излучает свет, как и картина, если излучает свет, значит, это настоящие люди, светлые люди, светлые личности. Я вас еще раз приветствую. Давайте. Давайте я небольшое вступление сделаю, и потом каждый из нас сможет выступить по своим желаемым от сердца идущим словам. Значит, у нас была работа, которая продолжалась 4 недели. Мы работали при помощи метода ключ. И, значит, подбирали себе мечту для того, чтобы достичь цели. Прежде чем начать работать, мы озвучили, а расписали наши цели, чего мы хотим добиться за эти 4 недели, и написали наши мотивы, по какой причине мы хотим этого добиться. И потом мы работали 4 недели, 5 дней работали, 2 дня отдыхали и подводили итоги прошедшей недели. Значит, у нас цель была не только постройнеть, у нас были и другие цели. Самой главной целью у нас было найти способ, которым мы можем влиять на наше тело. И вот у наших девочек было много целей. Они расскажут сами о том, какие цели они ставили и добились ли они желаемых результатов. Я скажу о своем. Значит, за эти 4 недели я обнаружила, что мой вес повышается, увеличивается, когда я очень сильно устаю. Вот, то есть мое истощение нервной системы у меня имеет прямую связь с повышением моего веса. Я проанализировала этот результат, и вспомнила еще свой опыт прошлого, когда у меня бывали периоды большой сильной усталости. В эти периоды я всегда набирала вес, но после того, как отдыхала, вес уходил. Вот эту взаимосвязь я осознала за эти 4 недели, поэтому я выполняла, после того, как обнаружила эту связь, я выполняла упражнения, значит, 2 недели домашний санаторий, и кроме этого я, значит, Хасай Магомедович, Лена просится, пустите ее, пожалуйста. Секундочку. Так, подключение выполнено. А, принять. Принять. Так, Алла Савченко подключается. Так, а я пока не подключаюсь, хочу сразу попутный вопрос задать. Вы что, эти несколько недель занимались, ты говоришь, занимались ежедневно? Только какие-то дни не занимались. Ежедневно это вы что, с утра до вечера, что ли, занимались? Нет, Хочу нет, уточнить. нет, нет. Мы, значит, выбирали какое-то упражнение из метода ключ, подбирали для себя, какие именно упражнения мы хотим себе подобрать. И кроме этого, ну, несколько минут, я думаю, что у меня, например, несколько минут уходило на эту работу. Ну, какое-то время уходило вот на подбор образа. Потому что за эти 4 недели еще мне удалось не только справиться с усталостью, но и нормализовать свой эмоциональный фон. Вот, то есть перевести его из, ну, печального состояния в нормальное и даже немного приподнятое. Я делала это при помощи упражнения, значит, домашний санаторий, и я подключала в это время образ, который для себя придумывала заранее. Ну, часто это был образ покачивания в море,
Вот индивидуально я подбирала для себя по настроению образ, который во время упражнения, значит, домашний санаторий при отдыхе, при волне, допустим, или когда я делала ключевое дыхание, вот ложилась и делала ключевое дыхание, я в этот момент включала этот образ. Вот, и он мне помог нормализовать свое эмоциональное состояние, сделать его более стабильным. Вот это, значит, моя работа. Но по весу у меня вес как бы не сдвинулся, но я думаю, что я только-только восстановила свое состояние. И предполагаю продолжать заниматься в том же ключе, в том же, значит, направлении. Вместо, значит, домашнего санатория я уже буду делать вращение с хлёстом и добавлять туда образ, опять же, подбирать, значит, и работать непосредственно уже с весом. Вот это мой отчет за 4 недели. Замечательно. Вот я сейчас уловил один нюанс, очень интересный, чем все-таки мужчина от женщин отличается. У нас там был мозговой санаторий. Я имел в виду, как ученый, я формировал название это, а ты трансформировала в домашний санаторий, очаг, домашний санаторий. Ну вот посмотри, как интересно. Так. Вот. Касаем Магомедович, там никто не стучится, посмотрите, пожалуйста. Сейчас посмотрю. Так. Да нет, пока вот. Ну, Павлу пришел. Так. Тут у меня выскочила такая планка, там написано пригласить, включить звук для всех. Приглашать надо кого-то еще сейчас или нет? Алла Савченко, привет, привет. Елена Ибрагимова, я хочу сказать тебе, что мы как раз скрипку сейчас сделаем, как ты там предлагала в формате «Коллективный разум». Мы продолжим. Вот здесь вот это место, это как бы получается волосы. На самом деле это была вот эта вот дощечка, которая есть у скрипки черненькая, на которой подбородок человек кладет. Но если так получается, что она прерывает континуум скрипки, мы здесь как раз-таки добавим желтизны, чтобы она была немножко вытянутая. Я сейчас с Оленом тоже говорил, с моим сыном. Он тоже согласен с тем, что ты спрашивала. И тоже согласен с тем, что здесь надо добавить. И потом я спрашивал Олена, вот эта рука, не кажется поломанной? Нужно как-то ее вот... Дело в том, что здесь была проблема. Когда я писал, мне хотелось, чтобы было движение. Может быть, это и кусочек черной краски мешает, а может быть, руку надо прямее сделать. Но мы там еще это решим. Я все комменты, все советы и вопросы, и предложения собираю, на них реагирую, мы все вместе пишем картину и доводим ее до шедевра. Потому что мы многое уже сделали. Вот, например, вот эту сделали уже. Вот смотри, какая получилась. Это мы все вместе Очень круто. делаем в коллективном разуме. Мы там, ну, как бы там пытаемся сотрудничать по-человечески. В нашей школе человек был еще Homo Futurus, учиться синергетически общаться, чтобы создавать новое, не конкурируя между собой. Эта картина вообще супер. Хорошая. Да, она так красивая. Спасибо, да. Мы все вместе писали, так что я вам благодарен. Так. Глаза вообще бездонные. Да. Так, друзья, кто хочет рассказать про ваш построение, который вы проводили 4 недели? Людмилу уже хотели первую. Людмила пока не может войти. Маргарита, рассказывайте вы. Хорошо, давайте я расскажу. Меня очень вдохновило
работа на марафоне. Вот. Сейчас даже не знаю, с чего начать. Сейчас У вас, соберу. Маргарита, первую неделю сильно снизился вес первую неделю. Да. Потом вы притормозили этот процесс. Вот расскажите об этом. А, да, хорошо. Значит, да. На Результат образе пошел. какой образ у вас был? Результат у меня пошел очень быстро. Значит, ну, наверное, я начну с самого начала. Значит, утром, когда я просыпаюсь, значит, все начинается с позитива. Просыпаюсь, улыбаюсь. Значит, говорю: здравствуй, солнышко, здравствуй, утро. Настраиваю себя позитивно на весь день. И этот позитив у меня на весь день. Начинается утро с упражнений, синхрогимнастики. Значит, переходит в нулевое состояние. В нулевом состоянии уже идет мечтание, погружение, да, мечтание идет. Значит, потом кружение. Ну, когда уже есть цель, уже, да, мотивация есть, уже знаешь, о чем думать. Естественно, значит, снижение веса, значит, была цель, а здоровье была цель. Вот. Ну, еще, конечно, цель, еще, значит, познание себя, окружение, мир, энергия. Вот такие примерно были цели у меня. Вот. И результат пошел. Значит, что касается вечера. Вечером я тоже применяла домашний санаторий. Вечером я тоже. В домашнем санатории я мечтала, что сон у меня будет прекрасный, все в позитиве, что я проснусь утром, опять, что я проснусь, и я обязательно улыбнусь, я обязательно в позитиве встречу утро, встречу солнышко, и у меня обязательно будет прекрасный день. И у меня день действительно всегда проходил в позитиве. И то, о чем я мечтала утром, какие у меня были дела, какие у меня события проходили у меня изумительно хорошо. И исключительно сбывалось то, что я намечала, что я делала. И, значит, в продолжение, значит, скажу, какие у меня были образы. У меня был образ березки. Этот образ мне очень помогал. И на первой неделе, значит, получилось так, что я за сутки, значит, был у меня результат 700 грамм на там еще за сутки 400 грамм. Я стала задумываться, думаю, такой результат как бы мне нежелателен. Стала прорабатывать все это. И смотрю, у меня получается, я притормозила. Значит, сначала стало ноль, сначала был ноль, потом плюс пошел. Я поняла, что я умею собой управлять. И уже потом я стала за сутки, значит, вес у меня стал уменьшаться на 200 грамм, на 100 грамм. И в целях, значит, как у меня было запланировано, сбросить вес на 2 килограмма, и я за месяц сбросила 2 килограмма 300 грамм. То есть, Один вопрос, можно я спрошу? да, пожалуйста. Вот вы говорите о том, что утром мечтали, что день пройдет хорошо и так далее. А вы раньше так не делали? Раньше я так не делала. Вот Почему? именно сейчас, вот этот позитив, вот это все раскрыто. Значит, раньше я так не делала. Это вот пришло с тем, когда я
стала участвовать ну вот этот В нашем марафоне. Не только в Четырехнедельном, да? марафоне, а еще с декабря месяца в построении, вот в этом канал То есть вы узнали, что утром во время пробуждения, когда еще не совсем проснулся, на этой волне нулевого состояния помечтать о том, что будет мечтать о хорошем, о дне, об этом. И я продолжала делать. И здесь продолжаю. То есть у нас же до этого тоже же катал по построению. А я же тоже там была вот, и участвую же там, которые сейчас закрыты у нас по построению. И я в том тоже 2,3 килограмма тоже там сбросила. Здесь 2,3. И там 2,3. Там у меня вес все время качели были. Плюс-минус, плюс-минус. И там я сбросила 2,3 килограмма за последний месяц. За последний месяц. И здесь за месяц я сбросила 2,3 килограмма. Но здесь что удивительно, я никогда не хотела резко сбрасывать. И вот тут, когда у меня пошел процесс очень резко, я смогла себя притормозить. И у меня, как бы я считаю, это получилось. То есть процесс стал управляемый, да? Да, управляемый. И еще у меня появилось ощущение чувствовать окружение природы, окружение людей, окружение по-другому. Чувствовать энергии по-другому, чувствовать себя. Ну, по-другому. Я вот А не как вы знаю. думаете, за счет чего это у вас произошло? Улучшение такое? Ну вот у меня и была такая цель, восприятие, осознание вот это, осознание. Вот, и появляются реальности, я начинаю видеть мир по-другому. Именно вот это, как будто вот открылась дверка познаний, вот открылась дверка, и ощущение у меня по-другому мира, природы, восприятие у меня появилось другое. Вот для меня открылась дверка. И вот ощущение я вижу, чувствую по-другому, вижу по-другому. Получается, что я живу, я хочу жить. Я Вот, вижу. вот это самый интересный момент. Вот кто-то новичок какой-то, который не был у нас на марафоне, который ничего это не знает, вдруг слышит ваши слова. И когда он говорит, я начала видеть мир по-другому, стала жить. Что вы имеете в виду под этим? То есть вы раньше не жили, что ли? Или... Нет, я жила. Да. Я жила, а тут ощущения другие, понимаете? Да, да, за счет чего? Вот как бы вы новичку сказали, или школьнику, который вообще не в курсе дела, как бы вы ему это объяснили, что нужно сделать для того, чтобы начать жить? Ну, надо, радуешься всему. Вот я говорю, просыпаешься с улыбкой, радуешься, здороваешься, чувствуешь там каждый листик, каждое мгновение чувствуешь. Давайте мы для всех повторим, потому что к нам много новичков заходит, будет смотреть наше видео. Речь идет вот о чем, насколько я понял. Значит, когда мы просыпаемся утром, в этом состоянии между сном и бодрствованием, если вы в этот момент подумаете о том, что «Ой, опять день пройдет плохо», у вас так и пройдет. А если вы подумаете, что у вас пройдет день хорошо, у вас так и пройдет. То есть в этом состоянии нуля между сном и бодрствованием, как подумаете, так и выстроится. Оно так и есть. Оно так и есть. Именно вот просыпаешься, даже вот как вы советовали, Хасан Магомедович, можно и потянуться, вот вы всегда говорили, потянуться, вот там думать о чем-то. Или когда тянешься, подумай, что день да, хорошо. да, или да. в состоянии, да. И когда встаешь с или постели, на нуле. да, и там, и там, да. Да. А потом, когда встаешь с постели, вот просто встал
И расправь плечи, почувствуй себя внутри. Вот расправь плечи, это же ты, почувствуй себя внутри. Почувствуй, что ты вот, ну просто, ну ощути себя в комнате, это же ты, это же ты. И поздоровайся, что тебя окружает, это же ты, ты. И сейчас, когда вы говорите, кому хочешь, скажи здравствуй, здравствуй. Сейчас, когда вы рассказываете, как говорил Станиславский, верю, верю, потому что вы так говорите, когда вы говорили, это же ты. И я сразу думаю, Господи, я что же, когда себе говорю, да ты же вот так вот. И тоже у меня так все, да, конечно, конечно. Это же ты нужна живешь. Поддержка, вы сами себе можете поддержать, конечно. Да, это же ты живешь, твоя жизнь, ты ее создаешь, правильно? Да. Ты ее чувствуешь, так вот я и говорю, живи. И реалии открываются, ты же ее, ты же хочешь жить? Так вот, бери жизнь, вот она, ты бери, что хочешь. Я думаю, что наши участники, они становятся постепенно и сами себе режиссерами, и психотерапевтами. Вот вы сейчас можете кого-то убедить в этом, и тут тоже будет так же чувствовать себя хорошо. Можно я вопрос задам Маргарите? Да, конечно. Маргарита, скажите, пожалуйста, вот то, что вы каждый день писали отчет, вы были очень активны. Это каким-то образом вот вам, вот как вы это оцениваете, то, что вы каждый день писали отчет и в конце недели подводили итоги. Вот как вы это оцениваете? То есть это как труд какой-то, который повинность какая-то, или вы это делали легко? Да, вообще, какое влияние оказало вот именно этот фактор? Потому что мы-то работаем все время самостоятельно, да? А тут все-таки такая форма была организована работы, когда каждый день человек писал отчет, связывался с такими же, как мы все вместе работали, да? Вот как это... Что вам помогало это делать легко? А это и труд, правильно. Это и труд. Это и коллективная работа, это и то, что может быть кому-то полезным, правильно? Это и то, что вот хочется поделиться с кем-то, вот что ты чувствуешь, правильно? Это я не хочу сказать, что там какое-то хвастовство, нет, нет. Вот у тебя получилось, это надо поделиться с кем-то. Кто-то вот тоже может... На этом опыте кому-то это поможет тоже. Это коллектив, я считаю, это коллективная работа. И совершенно это не сложно. Это просто... Я не знаю, что еще добавить. Замечательно, приятно это слышать. Как приятно слышать, что люди могут сообща... вместе делать какое-то дело, которое полезно и всем, и каждому. Это же модель вообще-то коммунистического общества. Анна, а вы расскажете о вашем опыте четырехнедельном? Я, да? Да. Да, конечно, конечно. Ну, у нас был марафон, но я туда, конечно, я туда не приходила худеть. Вот. И вообще с весом у меня как бы, если так честно, ну просто могу сказать пару, наоборот. То есть я когда нервничаю, худею. Когда я чем-то занимаюсь, у меня пропадает аппетит. Я вообще, ну и то есть я вот слушала наших девочек, у меня получается как бы все в обратную сторону идет. Любопытно. Ну, наверное, поэтому у меня нет лишнего веса. Вот. Первоначально на марафон я когда приходила, мне я ставила, в общем-то, цели, которых я, они у меня хорошо получились. Это было ограничение сладкого, и сразу же у меня как бы оно легко произошло, вот я как бы не ожидала. И дальше я еще подключила тогда же уменьшение кофеина, ну, в общем, кофе и чая. Вот. У меня как бы все вместе еще со сном произошло. Сейчас вот я тоже это дело продолжала здесь, как один из эпизодов. То есть я когда перестала пить крепкий чай, допустим,
после 4 часов у меня сон стал гораздо лучше. Ну, то есть вот само нормализовалось. У меня было, ну, в общем, как бы оно повлияло сразу на вот на две такие вещи. И плюс, как бы, если пьешь кофе и чая, там перевозбуждения, как бы, оно нету, это тоже хорошо. А я раньше пробовала, у меня не получалось. В жизни я пробовала, я даже когда-то пила специально таблетки кофеина, в общем, ну вот. В институте, когда училась, я вообще вот писала, делала себе рецепты, сама заполняла, там ходила и брала. Там уже было такое дело. Вот. Но хочу сказать, что сейчас вот на марафоне, в частности, я с кофе продолжала. Почему? У меня вот как-то, я поняла такая вещь, все-таки надо иногда об этом вспоминать. Поддерживать. Если я заметила, если я вообще вот не работаю, вот не думаю на эту тему, что мне вот как это хорошо, что вот не пью кофе, допустим, оно, ну, с кофе у меня со сладким такое, с кофе не возникло, а вот со сладким немножко было, то есть как бы начиналось хотеть своего, но я опять входила в нулевом состоянии, об этом я как бы мечтала, и все это дело проходило. Вот, но сейчас я пришла на марафон, на самом деле продолжала, но у меня возникла такая была нехорошая проблема. Ну вот, я ломала руку. В начале весны, в общем-то, был последний лед. Я поскользнулась, я каждый год всегда падала, ничего не было. А тут у меня был перелом и достаточно сложный. 6 недель в гипсе, и там еще потом 2 недели. Ну, короче, долго это все было, к сожалению. И вот, ну, и я пошла, продолжила, работала теперь уже больше с рукой и еще с другими там целями. 2 цели я ставила. Вот. И насколько, я думаю, что основное, с чем я работала, это работала я над восстановлением. Я же еще ходила, мне помогло вместе ключ, вместе с курсом Шейлы Хасаевны. То есть, когда я ходила, пошла на ее курсы, несколько раз я ходила, я у себя в голове стала, сделала единую систему. И вот я как бы стала по-другому немножко делать разгрузку по ее методу. И методы ключ, нулевое состояние уже, ну, как бы соединяя все это вместе. И, в общем, за это время у меня, ну, хорошо, ну, рука, ну, она сейчас до конца еще, к сожалению, не восстановилась, потому что перелом у меня оказался, ну, нехорошим. Вот, но она, в принципе, действующая, то есть пока так. Вот, ну и как таковой, для чего я еще просто ключ использую в повседневной жизни часто. Когда мне надо делать какие-то дела, особенно если дела делать не хочется, я, ну как бы я с утра я обычно вспоминаю, что мне надо сделать, а потом не за два, и в этот же самый день я просто, ну, как бы тряска мне хорошо помогает. Тут я потрясусь, и потом уже начинаю делать совершенно спокойно. Так вот, у меня, мне кажется, возросла активность по каким-то, ну, мелочам, вот, что всегда делать не хочется. Это вот чисто ключ. А остальные методы я использовала ключ Хасая Магомедовича плюс ключ Шейлы Хасаевны. И все вместе у меня как бы для восстановления именно эмоционального состояния это подействовало очень хорошо. Вот. Ну и, соответственно, образы я использовала. А с образами, ну как бы я вспомнила, ну, короче, чем я раньше занималась. Вот. У меня как бы есть опыт в этом. Ну, в представлении я могу входить в это состояние и
Я стала больше вот использовать, ну так, в основном для восстановления я использовала. Вот, и такие вещи у меня интересные наблюдаются. Вот если ты, допустим, о чем-то мечтаешь, что-то представляешь, что у тебя на следующий день вот в жизни у тебя что-то на эту тему возникает, либо желание это сделать, либо, допустим, вот когда образы связаны с природой, то потом ты наблюдаешь, какая красивая трава или какие листочки разной формы. Ну, в общем, у меня вот так вот это действует. О чем ты мечтаешь, оно потом автоматически что-то такое в жизни тебе попадается. Ну вот. Я лучше поняла, как можно, ну, реализовывать свои желания. Вот так можно сказать. Но как бы тут важна, конечно, экология, чтобы это было все, ну, смотря чего желать, короче. Вот. Ну, наверное, так. То есть я очень довольна атмосферой, которая была у нас на курсе. Мы все работали слаженно, все было по-доброму. И вот были у нас тоже занятия, были в видеочате очень интересные. Вот Лена Ибрагимова и Ната, они как бы там мы собирались и все вместе общались. Очень были интересные медитации. Мне понравилась очень медитация была, когда мы летали и чистили нашу планету Земля. Очень понравилось. Вот. Дело в том, что я еще сама как бы астрономией увлекалась в детстве. И сейчас многие мои полеты, ну, я просто там вот как бы глобально. Мне было просто замечательно. Все, как мы вместе, главное, мы делали все это вместе. Вот, мне вот просто вот очень понравилось. И было потом состояние такой божественной какой-то легкости. Вот, очень мне понравилось еще, как НАТО, мы обсуждали работу с телом. В частности, работу с органами. Вот. Но я пока сильно не стала в эту область. Ну, просто как бы нет особой так необходимости. Но вот работа с телом, мне это очень дело понравилось. И вот как можно в будущем просто, ну, восстанавливать здоровье, если в этом будет необходимость. Это очень хорошо. Вот. Анна, вы еще писали о вашем эмоциональном состоянии. А мое эмоциональное состояние сейчас, в общем-то, ну, нормализовалось. Я когда занимаюсь, вот, у меня, если не занимаюсь, оно у меня хуже становится, к сожалению. А А если... сколько вы занимаетесь? Целый день надо заниматься? Нет, конечно же нет. Просто приходится каждый день, потому что я... Ну, где-то, знаете, все вместе, наверное, у меня занимает где-то, ну, полчаса. Я Понятно, так. понятно. Если я этого не делаю, то у меня оно, ну, как бы ухудшается. А так отлично, нормально. Я понял. А скажите, пожалуйста, как вы бы описали нулевое состояние словами, вот вербально, вот что это такое? Такое? Мне кажется, что можно, ну, Примеры какие-нибудь приведите, вот ощущения, в ощущениях или там аналогии какие-то. Вот я, например, говорил так, девочка задумалась, уставшая на уроке, загляделась в окошко, ей как бы не все пофигу, как бы, если можешь так выразиться, и в то же время мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая. Тут учительница подошла, ей линейка, хлоп, ну-ка, ты где? Она раз и вышла оттуда. Вот когда она была там в этот момент задумчивости, она была в нуле. А вот чем отличается Будда? Будда вот это состояние учился вызывать сам, по своему желанию. А у девочки это случилось спонтанно, от усталости.
от сложения обстоятельств. Я вот таким примером рассказываю, чтобы большему числу людей было доступнее понять, что такое нулевое состояние. Нулевое состояние, ну, я бы назвала, ну, вы считаете, что это не так, что это как бы состояние, когда человек входит в самогипноз, например. Ну, то есть, ну, для меня это примерно то же самое, просто вы под самогипнозом подразумеваете другое, то есть это когда человек в какое-то действие, например, входит. А как бы... Я сейчас скажу, что я подозреваю. Я имею в виду, есть нулевое состояние, когда голова как бы пустая, как бы ты думаешь как бы ни о чем, Можно так нет описать. внутреннего диалога. А есть момент перехода в поток, когда ты там вдруг задумалась помечтать о том, как ты ходишь видеть траву там или там озеро и прочее, и начинаешь мечтать, вот это нулевое состояние сразу обрастает роем ассоциаций, связанных с этой темой. Ну да. А это уже переход в поток. То есть, это как бы переходное состояние уже как бы дальше. Да, я согласна. А обычно, как у меня его, оно, во-первых, можно его вызывать спонтанно, но, в принципе, на занятиях мы учимся, снимая напряжение через движение. Еще, в принципе, можно просто, допустим, даже сесть, отрешиться от всего, как бы Вот тело... это как ты делаешь, отрешиться. Вот многие люди спрашивают, я бы хотел отрешиться, а у меня так гложет на душе, там муж уехал на фронт, там или еще вернулся в госпиталь, лежит там больной, раненый. Я бы хотела на 5 минут отрешиться, чтобы восстановить силы, чтобы ему помочь. А отрешиться не могу. Вот это вот надо объяснить людям, чтобы им понятно было, как отрешиться. Вначале надо сбросить нервное напряжение, например, приемом и ключа, и тогда оно легко получается. Понятно. Значит, Либо можно заниматься хоть той же аутогенной тренировкой, ну, на какой-либо метод надо знать, либо медитации, либо другой метод, даже много вхождения, ведь, в принципе. Вот, метод ключ позволяет очень быстро входить, и там тренировка достаточно быстро получается, и если заниматься, то почти любой человек достаточно быстро входит, я так понимаю. Или спасибо понимает, что большое. он уже входил в него, и оно само вызывается, а дальше оно легко вызывается, гораздо легче. Вот, а еще могу сказать, что общение с Хасаем Магомедовичем очень легко вызывает вот это вот нулевое состояние. То есть Ну ты посмотри, ты посмотри. А? Ну да. достаточно послушать вот, ну, несколько раз вот, либо вебинары, либо ликбезы, долго вот посидеть, погрузившись вот в атмосферу, тщательно туда, и уже оно потом легко получается. Вот так. Поддерживается, скажем так. Я Нет. Очень рад, что наша школа помогает. Наша школа помогает, и я очень рад, что вы у нас почетные участники, которые на себе все это проверяете, и в плане, как постранеть, и в плане, как загадывать желания, и как настраиваться на мечту. И заметили путем измерений, что это влияет и на вес. Это очень интересные наблюдения вы провели. Да. А можно, Хасан Гамедович, я Анне тоже задам этот же вопрос. Анна, вот эта вот форма работы, которую мы выбрали, то есть ежедневные отчеты, такая связь друг с другом, участников, которые ежедневно работают над своими индивидуальными целями. Вот как такая форма. Этот вопрос важный, потому что есть люди, которые мне писали, что вот это ежедневное, например, измерение веса, когда идем в марафоне, или писание отчетов зацикливает людей. Мне такой вопрос задавали, что это получается не радость, не удовольствие, а получается подъемная работа какая-то. Опять мы как будто попали опять в марафон, где дисциплина нужна.
А мы хотим свободу получить, хотим получить радость. Вот как ты ответишь на этот вопрос? Это важно. Во-первых, я вообще-то я такой человек сама, я не люблю никакие писать отчеты, и Вот. вообще я писать не люблю. Да. Я всегда очень не любила писать. Мне писать никогда не нравилось, и сейчас просто писать, но на самом деле я стала лучше писать, это уже, в смысле, мне стало это больше нравиться. Но здесь у нас это, я воспринимала все, а не как работу. Я воспринимала, писала как игру, которая вот интересна и хочется. Вот. И писать, вот когда я писала, мне хотелось. Ну вот не всегда, но просто я не очень люблю писать. Но именно хотелось поделиться чем-то. Или вот, как-то свое мнение высказать. Вот мы этим занимались. То есть я сама вот в этом плане действительно не люблю писать. Но у нас была такая атмосфера, и это очень хорошо работает. Вот. Еще знаете, что хорошо? То, что у нас люди все работали над чем-то не только над одним, а и над разным. Вот, Вот. вот это По-разному. важный момент, ты говоришь, спасибо большое. Поэтому у нас название там, кажется, менялось. Сначала было «Как сбросить лишний вес», а потом стало «Как постройнеть», а потом стало еще как-то, да? То есть по существу путем перебора происходил естественный поиск оптимальной формы заинтересовать, чтобы люди этим занимались с удовольствием, чтобы попасть именно... С удовольствием. Да, вот Вот. это и есть принцип подбора путем перебора, это и есть принцип ключа. Вот и еще тут, знаете, у нас было, то есть можно подобрать, вот и все советовались себе лучше, как бы что тебе подходит, попробовать вот так или попробовать вот так. Вот и в частности у нас вот были работа вот как бы с образами. Немножко расширение, что вот у нас на семинарах или на вебинарах, да, вот, некоторое расширение, по крайней мере, я так вижу. Вот, и оно тоже хорошо. У девочек были, вот еще, знаете, когда вот эти техники с образами, когда в группе люди начинают делиться именно результатом, то есть ну, люди открыты, но я этим занималась еще в другой технике, как бы в технике Симорона. Там тоже есть работа с образами, и как бы я достаточно много там занималась. Я там читал лекцию у них тоже, в Сен-Вороне. Вот. И там, и вот, когда люди в группе, мы вот обсуждают и делятся, вот то, что вот как бы, как вот он, что он видел, вот Елена Ибрагимова, да, там у нас руководила этим делом. Получается, то, что как бы люди погружаются в это состояние еще глубже, а когда идет обсуждение, то можно почувствовать вот это вот другого человека. То есть это вообще, ну, получается как бы групповой такой эффект очень сильный. То Да. есть работа в группе очень хорошо, причем, на мой взгляд, не в небольшой еще что, поскольку я писать не люблю, скажу честно. Вот когда у нас вот группа стройность есть, другая вот большая, которая внешняя, дело в том, что когда много народ, ну вот сложно за всем уследить. А вот когда группа маленькая, как у нас, ну вот человек 20 тоже, думаю, нормально, то тут ты вот все время в курсе, что вот ты сам и что с другим человеком. И получается, как бы мы все вместе. А когда группа большая, вот мне, например, просто сложно. Ну вот, Понятно. не могу все вот это вот. Ну, иногда я читаю, просто получается. Но, ну, если, ну, для меня так. Вот. Для другого может быть по-другому. Ну, то есть есть большая прелесть вот в таких вот, именно в не очень, в не... Мне очень радует, что это говорит нам математик. Это не лирик как таковой, это просто математик, который такой же, как и все лирики. Мы все одинаковые. Мы все эмоциональные, мы все пытаемся в том, чтобы высыпаться хорошо, мы все пытаемся научиться дружить друг с другом, любить друг друга по-человечески.
открывать в себе что-то новое. Мы все люди одинаковые. Вот же в чем дело. Мы все творцы по природе. Нам только надо научиться дружить друг с другом. Не конкурировать, а именно быть в синергетическом взаимодействии. Вот сейчас в нашей стране мы ищем, какой же может быть такое, какая цель может быть, какая идея может быть, которая объединит всех людей, чтобы все вместе работали, как раньше было в какие-то периоды нашей истории. Ну, в общем, у нас была действительно чудесная атмосфера. Вот, мы все очень сблизились за это время. И вот мы хотели дальше продолжать. Это было вот общее такое желание. Вот, все вместе работать. Тут даже не важно на самом деле, какой вот так вот, какой... Ну, оно важно, но не настолько это важно даже, какой результат. Конкретный результат. Да, то есть даже Самое это... главное, там происходит развитие творческих начал в человеке, способность другие проблемы решать также эффективно. Вот. И еще, пожалуй, что хочу для меня, ну вот постепенно, как вот вырисовалось так, вот когда ты вот цель там ставишь какую-то и занимаешься ключом, и вот плюс Шейла, вот Хасай Магомедович, скажу, что ваша Шейла, меня это очень, она сильно потрясла в положительном плане. Вот. Я очень довольна, что познакомилась с ее курсами. Спасибо тебе большое. Мне, конечно, приятно, когда про мою дочку хорошие говорят. Конечно. И я вот что хочу сказать, что я вот увидела такую вещь, что когда ставишь цели, и она, кстати, на это тоже, ну и вы говорили, что там подробности, они появляются в процессе. То есть организм, вот, или там подсознание тебе может подсказать, что надо делать. То есть вот получается, и даже это как игра, причем интересная, получается. То есть можно идти и по жизни даже вот как бы вот играя. Вот, но это я играю, бог с ним. Но вот в частности насчет того, я вот хотела, когда нормализовать сон, вот у меня был момент, у меня не получалось и совсем, и все. Но мне просто организм сам подсказал вот вечером пить там чай успокоительный вначале. Вот, а я попробовала, дай-ка я днем попробую. Делала себе, конечно, внушение, что я там спать не хочу. Я делала такое, и оно работало. И мне, знаете, вот у меня что удивило, что вот чай и кофе, я действительно хотела раньше отказаться, у меня не получалось. У меня очень легко произошло, понимаете, вот будто вот, ну, как бы никогда не было вот этой зависимости. Она у меня очень сильная, потому что я вот, ну, всю жизнь с детства как бы, ну, употребляла вот эти вот крепкие чай, ну, как многие у нас вот. И вот получается, что вот эти метод ключи, он помогает, но как бы я так понимаю, что поскольку я сама этим занималась, мне надо было, ну, еще подучиться. Ну, то есть вот тут важно, я еще хочу, вот еще скажу, уже буду, наверное, заканчивать, важно не останавливаться, важно продолжать. То есть когда человек посмотрел один раз ликбез, да, вот, или там вебинар посетил, или два, или три, он остановился, вначале будет подъем, будет все хорошо, а потом, ну, а потом он как бы, оно возвращается обратно. Но когда ты занимаешься постоянно, вначале как бы высокий идет всплеск, а потом он как бы рост замедляется, но он все равно идет. То есть как вначале обычно все равно не бывает такого резкого. Но потом зато постепенно, чем дольше, когда постоянно, регулярно занимаешься с радостью, с любовью, то можно очень многие вещи как бы... Это во всех методах практически так. Когда человек даже гомеопатию начинает применять, бывает такое, что первые дни того, ой, как хорошо, потому что он сменил образ, динамику деятельности, то есть как бы стереотип меняет с ожиданием улучшения. И в этот момент он как хочешь не хочешь попадает через ноль в русло новой темы.
Это часто бывает, а потом человек привыкает к этому. Почему лекарства точно так же дозу увеличивают? Почему? Потому что та же доза уже не работает. Начинает увеличивать или искать другое. У нас ищет другое. У нас лекарств нету, поэтому мы занимаемся. Если человек адаптировался уже к тем приемам, которые вначале давали такой взрывной положительный эффект, то надо ему просто подбирать другие, которые он должен подыскать себе, придумать себе другие приемы, которые опять начинают вызывать эффект. Это обычная синусоида, которая во всех методах мира. Просто включай все быстрее, короче, проще и доступнее. Ну, я согласна. То есть я уже достаточно долго занимаюсь ключом, я считаю. И главное, я постоянно занималась все время. Ну, то есть, как бы... И я присоединила другие методы, которыми занималась я раньше. И оно вместе работает вообще замечательно. А вот... Ключ Да. можно ко всему подсоединять, конечно. Да. И плюс еще я хочу сказать, вот я еще... Когда были семинары у Шейлы, Ален Хасаевич тоже был. И вот мне тоже понравилось, я ходила на последний вот его вебинар совместный. Как вот он тоже давал он свой, ну, ключ, как в его представлении. Я хочу сказать, что это тоже мне очень понравилось и вообще очень хорошо увидеть вот с разных сторон. Вот и то есть я советую всем посетить Шейлу и Алина, и ходить к Хасаю Магомедовичу. Ну, в том плане, что, ну, к нему мы ходим. Вот. Ко мне можно уже не ходить, потому что я скоро вообще книжку новую издаю в этом Амрите Русь. И там будет с того момента, что есть принцип подбора путем перебора новый, который мы дополняем к старому принципу повторения мать учения. И их соединение как раз-таки помогает всем и каждому. Потому что когда мы только старым принципом руководствуемся, повторяя, пока не получится повторение мать учения. Ну вот мне недавно писала девушка, что она маме никак не может помочь, потому что у мамы плечи болят, и поэтому у нее получается только покачивание, она выходит из состояния нуля. А когда пробует делать левитационные упражнения, не получается. А я там сказал ей, так ты же подбирайте, и пускай она подбирает себе другие действия. Это же есть не принцип подбора путем перебора. А то мы привыкли к тому, что надо делать, пока не получится. Вот это степ-бай-степ. Регулярность. Конечно, регулярность хорошо, но регулярность только по старому принципу учит исполнителя. Учит настойчивость. А настойчивость надо еще учить. И с другой стороны, в подборе действий, которые подходят. Это есть принцип подбора путем перебора. Когда их два вместе, эти принципы соединить, это и будет полнокровное обучение и саморегуляция на более высоком уровне. Я специально это сказал, потому что если новичок будет смотреть нашу встречу, а он будет смотреть, да, чтобы он еще раз об этом услышал. Да. Ну и вообще тогда я бы еще добавила, что можно, когда начинаешь заниматься ключом, даже начать с какого-то одного движения, которое даже ты слышал, вот показывали, вот что тебе нравится. Ну, попробовать. Вот можно и так. То есть вот оно, главное, еще вот у меня было, когда я начала, оно потом менялось. Вначале вот это хорошо, потом другое, потом еще что-то. Состояние меняется, цели меняются, да. Вот, а можно с чего-то попробовать, даже с небольшого. И вот, ну, а дальше, ну, вот это так вот у меня было. Там не обязательно. Математик, уважаемый, я вам могу сказать, что вы теперь как психолог больше пользы принесете, чем формальные психологи, которые просто институт кончили и не поняли сути психологической работы с человеком. Потому что самое главное – быть на своем месте. Высыпаться столько, сколько нужно. Заниматься любимыми делами. Чем их больше, тем больше точек опоры. Мы об этом постоянно говорим, но, может быть, кто-то из новеньких сегодня, который нас будет слушать в записи, до него тоже это дойдет, и он это услышит. Действительно, чем больше любимых дел, тем больше точек опоры. Да, я согласна. И еще Простые любимые дела истины. из разных сфер.
Вот, это вот вообще замечательно. Вот всем Супернарко. Поэтому я все время картины, рассказы. Да, у нас есть там такие изобретатели. Они тоже к нам скоро будут подключаться, и мы будем с ними встречи делать. А скажите, вы хотите продолжать свой марафон или закрываете теперь сегодня, или как это? Хасай Мухамедович, давайте мы еще других наших девочек выслушаем, а потом подведем итоги. Вот у нас Алла сидит, ждет. Пожалуйста, да. Алла, вы можете говорить сейчас? Приглашаем. Добрый вечер. Слышите вы меня? Слышим, слышим. Приглашаем вас, да. Да, здравствуйте, добрый вечер всем. Здравствуйте. Я не знаю, с чего начать, но хочу сказать, что да, у меня был большой стресс в тот период, и я увидела ваши ликбезы, вебинары. Я нигде не работала, я в основном начала слушать вас и заниматься по вашему методу. Делала 5 упражнений и почувствовала, что мне становится с каждым днем все легче, легче и легче. Это переносить этот стресс. Но эмоциональное состояние было еще не совсем у меня хорошее. И я пошла тогда на марафон, который был первый. И у меня был вес 75-500 килограмм. И вы говорили, как вы хотите ходить, бегать, как вы себя видите. И с этими хлёст, упражнения, все это я делала, образы. И мне пошла ассоциация, как бы, что нужно идти в бассейн, нужно гулять больше, на свежем воздухе, прогулки. Вот, вот какие-то вот маленькие такие, знаете, вот подсознание выскакивали ассоциации. И я начала ходить в бассейн, прогулки. Потом стала меньше кушать, замечать, что мне не хочется сладкого, сахар, кофе. Могу чашечку в день без сахара, без сладкого всякого. Тоже это как-то вот ассоциации какие-то, пульсации. Ну, я не могу даже как это выразить. Инсайты такие, озарения такие. Да, да, вот, вот именно. Вы правильно сказали. Вот. Нам потом снова марафон, вот этот сейчас. Я решила пойти сюда к девочкам тоже. Ну, сюда я уже пошла с весом 72-400 или 72-300. И тоже стали заниматься с образами. Это все зависит от человека, хочет ли он заниматься этим ключом, хочет он каких-то действий, целей. Это зависит от самого человека. Если заниматься, достигать цели, думать об этом, работать над собой, то сдвиги есть. Спасибо большое девочкам, конечно, Нате. Мне очень тогда девочки поддержали, потому что эмоции были у меня. И притча хорошая такая рассказала Ната, поддержала меня, и девочки тоже. Медитации. Я, правда, только на двух была, получилось так, в остальных не была, но тоже очень эффективные. Очень рад. Вы знаете, сейчас... Я хотела бы у вас тот же самый вопрос задать. Вот эта вот ежедневная форма работы, как вы ее оцениваете? Она вас напрягала или она вам помогала? Вот как вы к этому отнеслись? Как работе такой подневольной или такой подневольной работе, как дисциплине, или вам было интересно? Это очень важный вопрос, потому что некоторые труд воспринимают как насилие над собой. А некоторые с увлечением делают. Это муки и кайф творчества. Нет, это уже чувствовал группу, и ты знаешь, что нужно всех поддержать, посоветоваться. Тебя могут поддержать и подсказать, что лучше или как подобрать то действие или другое какое-то действие. Это дисциплинировало тебя, что нужно утром отметить,
всех приветствовать и сделать небольшой отчетик, ну, если получается. Зависит тоже от времени и от условий. Я в последнее время научился мотивировать подростков заниматься синхрогимнастикой, потому что есть такие ленивые дети, я сам такой был ленивый, пока не высплюсь, не хочу ничего делать. И сейчас я такой. Но я хочу сказать, что я им говорю сейчас, у вас мечты есть, цели есть, есть. И вот если вы будете 5 минут в день делать эту синхрогимнастику, вы быстрее их достигнете. А они тогда связывают уже одно с другим, и теперь это становится для них инструментом достижения своих собственных целей. Я понятно сейчас сказал, да? Да. А то иногда бывает, когда родители учат детей, ты это делай, это полезно, там и так далее, и так далее. А у него есть своя жизнь, а тут ему еще заставляют еще это делать. А когда ему это связать одно с другим, сказать, что ты в своей жизни достигнешь своих целей быстрее, вот это тебе поможет, тогда у него в голове это складывается, и он начинает этим заниматься и подбирать те приемы, которые ему подходят. Спасибо большое всем. И вам тоже, Хасан Магомедович. И вам спасибо, Алла. Желаем успехов дальнейших. Вот сейчас мы придем все к конечным выводам. У нас руки сжаты еще, сидит у нас руки сжаты, как зайчик, и ничего не говорит. Мы вот ждем руки сжаты. Давай, дорогая, руки сжаты. Дагестан, приветствую еще раз. Дорогой Дагестан, да. Добрый вечер всем. Я, наверное, где-то огорчу Хасая Магомедовича. Ну, давай, давай, я привык. Потому что когда возникает стресс, я сразу думаю, что потом я как стресс-трамплин это использую, это еще лучше картину нарисую или лучше вопрос решу. Давай. Я вошла тут, скажу, большой марафон, и в самом начале сама как бы участвовать не смогла из-за травмы, но благодаря ключу я восстановилась быстро, вообще пятки был сильнейший. В том марафоне эйфория такая была, и я получила хороший результат. У меня ушло 5 килограмм в течение, даже больше где-то. И самочувствие улучшилось, объемах сильно ушла. И вот оттуда уже я решила пойти в этот марафон. Но возникли некоторые обстоятельства, что мой близкий человек заболел. У нас не обязательно говорить то, что не хочется. Лежат, все хорошо, все замечательно, не переживайте. И я где-то даже набрала вес. Я знаю, что у меня вес и эмоциональное состояние, они прям связаны. Даже за если какой-то стресс и эмоциональное состояние мое такое не очень, и вес моментально набирается. А в этой ситуации, ну, я рада, что вес, который был у меня при входе, этот маленький марафон, он не такой же и остался, и тоже меня радует. Но в остальном я, можно сказать, для себя этот марафон провалила. Ничего вы не провалили, руки сжаты. Не наговаривайте на себя. Да, все хорошо. Видишь, как поддерживают, сразу поддерживают. Будет лучше, лучше это как бы так, а дальше вот так пойдет. Конечно, мы же будем продолжать работу, руки сжаты. У вас в начале, вот первые 2 недели, я очень хорошо помню, вы показывали вашу таблицу. В Слушай, этой таблице у вас было снижение веса. да, Ну, была. потом в жизни всякие обстоятельства бывают. Сейчас руки жат договорит, может, она что-то еще хотела сказать, нет? Да, она А хочет вот то, сказать. что каждодневные отчеты, это, я скажу, что не напрягает, это наоборот дисциплинирует. Дисциплина все равно нужна. Этот ключ тоже это работа. Занятие ключом тоже это работа. Это есть, я, например, человек, которому нужна дисциплина. У Именно нас вот в дисциплина в группе. ключе заключается в том, чтобы подбирать то, что тебе подходит. Да, А но даже то, что тебе обычная нам дисциплина подходит делать делать, то, что нужно. тебе не хочется делать.
Слово «дисциплина» и слово «регулярность» нуждаются в определениях. Потому что, когда говорят «дисциплина», человеку кажется, что это подневольная деятельность. Это в своей воле. А есть дисциплина, вот человек, например, который говорит «ни дня, ни строчки», потому что он писатель, он пишет, например. Да, уже говорит «ни дня, ни строчки». Для него это тоже дисциплина. Дисциплина, но она, этот труд связан с удовольствием. Там соединяется удовольствие и работа. Вот кто занимается ключом, у него происходит это соединение. Любой труд, который надо выполнить, вот же Аня сегодня рассказывала об этом, а не хочется делать, ты ключом занимаешься, и тебе уже легко его выполнить. Да, правильно, Аня? Я правильно понял? Да, у меня в этом плане очень, как бы я об этом раньше думала, вот когда стала заниматься ключом, не могла понять, как мне это лучше делать. И пробовала по-разному. И, ну вот сейчас я еще одной вещи учусь, переключаться быстрее с одной деятельности на другую. У меня с этим тоже, вот, ну. У нас будет с Романом Газенко об этом как раз-таки, как сосредоточиться, он будет рассказывать, что это такое, я буду давать приемы, как быстро переключаться, как выходить на ноль и научиться смазать переключатель. Вот этот. У меня это хорошо получается, если вот делать, есть у меня упражнения, которые очень мне подходят, я очень много всего перебрала. Войти очень быстро в ноль, получается, все. Но вот эта ситуация, вот на этот раз, меня сильно отбросила назад. Я специалист по стрессу. Я занимался выведением людей после сильных терактов, самых таких громких терактов. Я туда летал и выводил людей. Там были люди, вот, например, которые сразу через день-два выходят из этого состояния. А была женщина одна, которая, ну, никак не выходит. Она делает упражнения, все делает, и качается, и шалтай-болтай, и там и полет, левитацию, и все эти упражнения делает. Потом садится, опять сидит грустная, плачет. Я говорю, а ты почему не выходишь оттуда? Она говорит, знаете что, я, говорит, думаю, что это нечестно. Потому что, говорит, у меня там такое несчастье произошло, а я буду хорошо себя чувствовать. А я сказал ей тогда, а ты как думаешь, это честно, вот у тебя дети есть еще? Есть. А кто будет их на ноги ставить, если ты в больнице будешь лежать? И тогда она поняла, что погрузившись в несчастье и быть там, как честно для души, это не совсем полная правда. Потому что полная правда, она же не одна, у нее есть еще дети, их же надо поддерживать. И тогда она стала делать эти приемы, уже у нее цель поменялась, и она стала, у нее лучше стало получаться. Поэтому переживания, которые у человека есть, мы не исключаем. Мы просто говорим о том, как научиться переживать, чтобы не зацикливаться только в этом, в переживании. Поэтому я сделал предложение. У нас есть технологии, медитации, самые современные, которые в мире еще нету. Вот сейчас вам ретируюсь, выйдет моя книга через несколько месяцев, и там будет это за закрытыми дверями. Выплакивайся сколько хочешь, ори сколько хочешь, кричи сколько хочешь, с ножкой стучи сколько хочешь, побыть ребенком по-настоящему, выдай все, какой пар у тебя лежит, выпусти этот пар, как чайник кипящий. За закрытыми дверями. Потому что это нельзя делать на людях. Поэтому у людей путаница в голове. С одной стороны им говорят «быть собой», а с другой стороны говорят «веди себя правильно». В школе нас учили правильно сидеть, правильно стоять, правильно ходить, правильно все делать правильно. А ему хочется иногда ногой топнуть, ему хочется поорать. Как быть? Я придумал тогда, это последнее наше достижение, за закрытыми дверями 5-10 минут в день, поори сколько хочешь, постучи сколько хочешь, покривляйся, побесись. Дети любят беситься, почему? Много энергии, им хочется бегать, прыгать.
Ну, попрыгай, поделай, что тебе хочется. Хочешь, спи, хочешь, танцуй, хочешь, пой, хочешь, ори. Иногда хочется так выругаться, пятиэтажно. Так закрой дверь, там делай это. И тогда, когда человек себе позволяет это сделать за закрытыми дверями, то, что у него на душе хочется выпустить, и каждый день 5-10 минут так поделай, через несколько дней ты заметишь, очень быстро ты заметишь, что станешь уравновешенней. Ты будешь страдать, но это будет управляемый процесс, когда ты сможешь и страдать, и работу свою делать, и за детьми ухаживать, и за мамой ухаживать, и все делать как в жизни. То есть ты будешь не только выживать, но и жить. Я понятно сейчас рассказал, нет? Да, конечно. Поэтому плачь сколько хочешь за закрытыми дверями и кричи там, и все, что хочешь, то и делай. Ой, пардон. А это компромисс между человеком как индивидуальностью и обществом, которое имеет требования свои. Компромисс. За закрытыми глазами. Это медитация самая современная, динамическая. Там действия подбираешь спонтанные, какие тебе хочется. Ори, ори, там, кричи, мама, говори, там, ходи по комнате, выговаривайся, там, ну, что хочешь, то и делай. Это твоя комната психологической разгрузки. Так. Давайте теперь я скажу, можно? Да. Большое спасибо, девочки, за хорошие, добрые слова, за то, что вы хорошо отметили нашу работу с Натой. Вот. И про себя. Я вообще, вот как Анна, тоже я очень недисциплинированный человек, которого надо всегда вот как бы вот подгонять. И вот то, что Ната придумала ежедневные отчеты, и я на этом тоже настаивала, потому что, зная, какая я недисциплинированная, я тоже была за это, чтобы, потому что знаешь, что когда надо, значит надо, все. Сначала ты себя вроде как вот, как эта машина, которая попала куда-то там, в яму в какую-то, вот ее сначала раскачиваешь, выталкиваешь, а потом оно все вот и едет. Так вот и у меня, наверное, так у многих, ну, я так предполагаю. Для меня это было, ох, надо же еще отчет написать, потом так, надо отчет написать. Елена, извините, я на секундочку перебьюсь, там мне надо дверь открыть, а вы Да, продолжите, хорошо. я все равно в записи смотреть буду, я все равно буду смотреть. Хорошо. Так вот, по поводу отчетов. Потом уже это, так, а что ж там другие написали? Надо почитать, так, и надо еще самой написать, да, как бы так уже, сам себя так уже гонишь к этому написанию. И вот как однажды Ната сказала, говорит, у нас многие люди открывают глаза утром и берут сразу и смотрят, что в Телеграме. Вот я себя поймала на той же мысли, не то что на мысли, на действии, что я так и делаю. Я открываю глаза так, что там в Телеграме, кто прислал какую открытку, посмотреть, порадоваться, улыбнуться. И тоже пожелать доброго, хорошего утра и дня, продолжения дня. Так, извините. Вот. Лен, И у тебя вес, по-моему, уменьшился. у меня, да, вес уменьшился. Ну, я купила себе новые весы. Не так намного, как казалось мне. Но, тем не менее, да. Но что я заметила? Он у меня не столько уменьшился, сколько подтянулась фигура. Вот. И вроде как мышцы заиграли так у меня. Вот. Так что, но я хочу еще сказать, что вот занимаясь ключом, приходят идеи, что надо, ну, приходят идеи, что еще можно подключить сюда, чем заниматься еще в помощь себе, в помощь ключу. И вот этот вот ключ, получается, он как база, а вот все, что приходит извне, не ключ, то вот оно как бы в помощь идет. Вот, я так думаю, что я не знаю, ну, многие, вот я слышала, что многие, да, вот и Анна говорила тоже, Анна, вы прям мне очень созвучны. Вот, что, да, хочется, но так как мы за то, чтобы у нас только ключ был,
Поэтому я как бы не включала другую работу. Но вот сейчас, я думаю, мы себе уже разрешим это. И Да, думаю, уже что будет. мы работу нашу продолжим, поскольку все практически участники высказали желание продолжить работу. И, наверное, будем еще какие-то новые форматы предлагать, чтобы это было интересно, чтобы это было что-то новизна, она помогает активизировать работу. Извините, ко мне пришла очень знаменитый человек. Вы ее все знаете, вы ее 100 раз видели по телевизору. Я ее уговорю сегодня, что мы сделали видео и потом выпустим. Вы посмотрите. Неужели Баба Яга? Нет, 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 Баба Яга придет. Она там на каких-то съемках, она снова придет. Мы с ней снова будем рисовать, да. Она, конечно, чудесная. Вот картина до сих пор лежит, потому что она придет, мы там дорисуем птичку. Птичку дорисуем. А какая картина? Я вот пропустила как-то это. А, ну вот сейчас мне ее искать там надо на А, балконе. понятно. Да, и поэтому я в следующий раз обязательно покажу в ролике. Ну, Так когда... вот, Хосе Магомедович, я говорила про то, что и сказала, что мы с Анной созвучны в этом, что метод ключ, он как бы не заставляет, вот занимайся только вот мной и все. Помимо этого, он наоборот, вот через метод ключ, мне кажется, вот приходят действительно вот инсайты, и он что-то вот подкидывает, какие-то идеи, вот, в помощь тебе. Вот на-ка, вот можно еще вот этим заняться. Вот, то есть вот это вот как базис. Ключ – это вот как база такая вот основательная, хорошая. И на нее уже вот нанизывается. Я вот думаю, что мы, наверное, сейчас вот уже будем пробовать что-то вот применять в параллель с ключом. Так, хорошо. А вы не против, если я Федю нашего Макарова попрошу, с которым мы писали, он был редактором книжки моей «Национальная идея. Генератор будущего», которая в свое время была выпущена. И он очень хороший сценарист. Ну, вы Федора нашего знаете. Я его хочу попросить. Вы не против, если мы из нашего вот этого сегодняшнего такого длинного момента повырезаем кусочки? Да. Да. И тоже будем выставлять и будем напоминать, что это было из нашего там марафона и какого марафона. То есть хорошо, да? Конечно. Конечно, да. Хасан Магомедович, к вам пришла гостья. Давайте мы с вами можем целую ночь общаться, но давайте завершать и делать выводы. Она видит даже, что да. Есть такие люди. Делать выводы, и нам интересно ваше мнение о нашей работе, как вы относитесь к такой форме работы. Мое мнение очень хорошее, уважительное, но как же. Это работа, которая помогает людям поддержкой, и самое главное, научается тому, чтобы потом и сами могли без никого в любой момент. В самолете будет лететь, вы же не будете группой там сидеть, правда? А человек уже там сможет это использовать в самолете, в командировке, везде. Эти навыки, которые здесь получают у вас на марафоне, конечно. Это просто то, что нам нужно. Это же есть наша школа, человек будущего. Мы тут все как раз-таки этому обучаемся. Я вам очень благодарен, друзья. Ната, спасибо тебе сердечное. Лена, спасибо тебе сердечное. Всем сердечное спасибо, друзья. Я вас сердечно обнимаю, да. Хасан Магомедович, мы вас тоже очень-очень благодарим, потому спасибо, что вы вносите в нашу жизнь так много вдохновения, так много надежды, так много уверенности, что мы своими силами можем справиться с задачами, целями, которые мы ставим перед собой. Вот. И это главная цель была, которую мы ставили перед собой вот в этой нашей работе. Изучить, как с помощью ключа мы можем влиять на нашу жизнь, на наше здоровье.
на наши цели и достигать их вот при помощи настойчивости, уверенности. Все это как почву под ногами, да, нам даете вы, Хасан Магомедович. Спасибо большое. Мне хотелось бы вас всех обнять не только сердечно, но и по-мужски. Как говорится, я же человек кавказский из Дагестана. Я вас всех обожаю, люблю, уважаю, ценю, поэтому я так счастлив, что мы все вместе. До встречи, друзья. Спасибо. Взаимно. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что уделили нам всем время. Спасибо. 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 Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания.